Всем привет, с вами Прия. Пришло время вскрыть недельные сундучки, полутать эпики, полутать пыль титанов и, быть может, что-нибудь реализовать за ее большое количество. Ну что ж, начнем. Монах, хмелевар, поехали. Быть может, упадет какая-нибудь двуручка полезная, я не знаю, все возможно. Ну-ка, перчатки 415 с сокетом. В принципе, неплохо, небольшое улучшение. Хотя из-за соки, то, быть может, даже большое. Ну, еще PvP-сундук. Так, а что у нас по модификаторам? Усиливающий, мучительный и тиранический. То есть усиленные по хп-атаке боссы. Мучительный — это от хил-группы должен идти чуть ли не постоянный. То есть хп игроков на 90%+ должно держаться. Ну, а усиливающий — это просто... равномерное убийство мобцов должно быть. А, да, надо же еще сундучки за репутацию повскрывать, конечно же. Куда же я без дополнительной силы артефакта, ее так мало. Четырехсотый плюс эквип. Что это? О, та азеритка. Ну, по крайней мере, если она бесполезна, то хотя бы, это 100 пыли, а это уже хорошо. Пыли в текущий момент много, получается, на монахе 2200, и получается, в текущий момент я попаду в мифкрейт, и если мне не упадут плечи, если мне не упадут такие вещи, как плечи и голова, то, конечно же, я докуплю необходимое для себя с помощью пыли. Окей. Что там по трейтам вообще? Окей, хорошо, есть над чем подумать на самом деле. На ДК только ПВЕ сундук, да и на варе дальнейшем. Аналогично. Посмотрим, что ему упадет. А, ну да, он еще на корабле, он стоит, персонаж. Окей. Добыча на кровь. А, все нормально. Ботинки? А, зачем? Ну, окей, ладно, пускай лежат до поры до времени. Идем дальше. Почему это не пушка? Ну, она была бы более лучше для этого персонажа. Если сейчас пушка или щит упадет Навара, это будет вообще интересно на самом деле. То есть, потенциально полезные персонажи для мифик рейдинга лутают, ну, такие себе вещи. А, то есть, получается, варлутанет что-то полезное, да, но быть такого не может. Хотя эквип малый, любая вещь полезна. Запястье. Ой, короче, я не хочу думать, пускай они будут надеты, я просто пущу в утиль, и все. На этом, я думаю, можно закончить. Всех вам благ, чести, здоровья. Чекайте ссылочки в описании, чекайте видосики на ютубе. Недавно вышел видосик по фарму чудесных оберегов. Быть может, если кто нацелен в выполнении всех достижений, то вам все равно придется фармить эти обереги с целью получения дополнительной валюты и более быстрого закрытия праздника. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.